мыльным пузырям не 1000 лет. Этот факт был обнаружен при раскопках города Помпеи. А в 19 веке выдувание пузырей становится уже всеобщей забавой. Для их приготовления использовали мыльный раствор, оставшийся после стирки. С 1886 года волшебную жидкость можно было купить в фирменных магазинах по продаже мыла. А в 20 веке флаконы с раствором продавались уже на каждом углу. Простой раствор можно сделать и дома с использованием допотопных и современных средств. Ну, в домашних условиях, в принципе, мыльные пузыри можно тоже приготовить. Самый простой рецепт – это вода, фейри, глицерин. Смешиваем и дуем на здоровье. Мыльный раствор, несколько ракеток, немного фантазии, и вот, детская забава превращается в настоящее искусство. Мыльные шоу популярны во всем мире, причем проводятся они в помещениях и на улицах, и летом, и зимой. А Мичка Юлия Сотникова вошла в роль мыльной феи больше года назад. Занятие мыльными пузырями, вот именно шоу мыльных пузырей, мне очень нравится, я получаю от этого огромное удовольствие. А вот интересный факт. Оказывается, если надуть пузырь при температуре минус 15 градусов, то он замерзнет при соприкосновении с поверхностью. При минус 25 градусах он заледенеет в воздухе и разобьется уже при ударе о землю. Можно поставить опыт с участием другой стихии – огня. Макаем ручку в мыльный раствор. Так, хорошо, чтобы вся ручка была мокрая. Так, достаем, вытягиваем. Наполняем пузырь горючей смесью. Опа! Раз. Если станет горячо, просто на него дуем. Ручку вытягиваем и поджигаем. Одним словом, мыльные пузыри – это волшебная сказка. Единственная польза от них – эстетическое удовольствие. Некоторые особо одаренные волшебники и феи умудряются произвести до сотни прозрачных шариков всех форм, размеров и расцветок. Да к тому же мастерски этими хрупкими сферами манипулировать. Оригинальный творческий номер – это гигантские мыльные пузыри. В них без труда можно поместить не только любые предметы, но даже взрослого человека. Оказывается, чтобы создать праздничную обстановку, не обязательно придумывать новые игры или идти в развлекательный центр. Мыльные пузыри поднимут настроение не только детям, но и взрослым.